Творческий коллектив «Иван де Мария» подготовил к выступлению русские народные и казачьи песни. Также певцы исполнили мотивы цыганского фольклора, чем приятно удивили публику. Если зрителям понравится их выступление, мы будем приглашать их очень часто. Они готовы к нам приезжать. Вот сейчас вы слышите, как раз идет блок цыганский. Очень такой динамичный, красочный, яркий. Всех приглашаю на наши концерты. Приходите, пожалуйста. Зрители концерта отметили разнообразие репертуара, качественное вокальное исполнение и яркие наряды артистов. Некоторые гости подпевали выступающим, а другие с волнительным трепетом следили за происходящим на сцене. Каждый раз, когда бываешь на их концерте, очень красиво, очень душевно. И что удивительно, что и маленькие, и большие живут в каком-то одном порыве, в одном вдохновении. Это вдохновляет, по-моему, всех, кто на это смотрит и это слушает. За 3 года артисты театра музыкальных традиций «Иван де Мария» становились лауреатами нескольких московских вокальных конкурсов. А в этом году творческий коллектив принял участие в патриаршей рождественской елке в Кремле. Возраст участников коллектива самый разный – младшим не больше 10 лет, а старшим уже за 30. Разные возраста – это, наоборот, как семья. Наш коллектив, в принципе, это как семья, от мала до велика. Вот они тянутся друг за другом, они растут, они дружат, они общаются, они поют. Концерт с участием коллектива «Иван де Мария» окунул зрителей в культурные традиции разных народов. Теперь артистам предстоит готовиться к новым ярким выступлениям. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ.